Привет, Дизей, это Планет Крафтер, и мы продолжаем заселение нашей планеты насекомыми. В прошлой серии мы заселили бабочек, пока что они обитают у нас в куполе, но в скором времени они смогут летать у нас и здесь, по всей планете. Опачки. Нет, ну нет, только не это. За что? Снова, как он один летит? Смотри, он один летит, и большой вроде как. Офигеть. Куда летишь? Чё принёс? Прям ко мне сюда. Ну-ка, 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 побежали. Нифига себе. Ух ты, ничего себе. Вот это поворот. Какой он интересный метеорит-то этот. Это пульсирующий кварц, что ли? Ха, похоже на пульсирующий кварц. Ладно, будем ждать, когда камни... О, я камни таскать могу, что ли? Как-то получилось их подвинуть. Ну, короче, похоже на пульсирующий кварц. Будем ждать, пока камни все тут рассосутся. И, возможно, что-то тут появится очень ценное. Вот, смотри, смотри, реально, это пульсирующий кварц. То, что нужно. Интересно, вот эта штука-то будет валяться тут долго еще или как? Ай, неважно, долго, недолго. Главное, что пульсирующего кварца у меня теперь навалом будет. Возвращаемся к нашим исследованиям по заселению насекомых на эту планету. Короче, в прошлой серии мы еще сделали улей. Оказывается, в нем есть мед. Ты представляешь, я в прошлый раз забыл заглянуть в него, а там мед есть. Я из этого меда могу сделать себе опупительный паек, который будет офигеть, как пополнять мое здоровье. Нужна фасоль и мед. Делаем этот паек. Фасоль у меня была еще с прошлой серии. И запасы. Я постоянно фасоль жую. Очень питательная штука. Значит, все, у нас теперь есть еда высокого качества. Восстанавливает ног здоровья. И мне теперь ничего не страшно. Вода есть, надо пульсирующий кварц сбросить. И пойдем сейчас на поиски личинок. И еще в одно место заскочим. Мне уже давно о нем писали, что тут есть человек. Где-то здесь, как говорили в комментариях, я смогу найти человека. Он спрятан в туннеле за какой-то стенкой, которую нужно разобрать. Значит, переключаем наш инструмент на разбор. Ну и параллельно буду еще смотреть личинки. Обыкновенная личинка. Нам нужны какие-нибудь необычные личинки, чтобы вывести новых бабочек и, возможно, других насекомых. Но, по-моему, кроме бабочек и пчел, мы здесь пока что... О, как больно. Пока что никого выводить-то не можем. Съедаем высококачественную еду, которая восстанавливает нам все ХП, которое я сейчас измухрытил. Да ты посмотри, что я нашел! Это же золотой сундучок! Только о нем говорил, и на тебе. Невозможно раз... Ай, так я и разбирать-то его и не хотел. Вот золотая статуэтка еще одна. Ну, вообще шикарно. И давай разберем теперь. Он оказался совсем недалеко от вот этого разбитого корабля. И где-то здесь должен быть туннель. Нужно будет сейчас идти и разбирать все стеночки, пробовать. Пока искал эту пещеру, заметил очень интересную штуку. Смотри, пыль марсианская нападает, когда я включаю фонарик. Она подсвечивается. Гляди. Очень необычно смотрится это ночью. Нашел я этот туннель не без помощи интернета, потому что посмотри, какая здесь область здоровенная. Подбегать к каждой стеночке и пытаться ее разобрать, да ты с ума сойдешь, чокнешься. Оказывается, эта пещера находится вот здесь. И учитывая тот факт, что у нас на планете появилась вода, эта пещера сейчас затоплена. И как бы, ну, будет небольшая сложность. Короче, я подплывал вот к вот этой штуке. А надо подплывать вот к вот этой. Тут даже знаки есть. Смотри. Хотя это слабо похоже на какие-то знаки. Ну да ладно. Короче, вот, спускаемся под воду. И вот она. Вот она, эта пещерка. Разбираем. Заплываем. И, наконец-то, вот он. Вот он, наш человечек. По крайней мере, его тело. Наконец-то хоть какие-то признаки жизни я здесь нашел. Не какие-то там постройки, а человек. Останки от человека. Непонятно только, почему пол туловища, видимо, его завалило, по всей видимости. Давай почитаем журнал. Нам там, может, расскажут что-нибудь. Вы послали меня сюда умирать. Вы знали, что это невозможно. Вам абсолютно все равно. Все, что вас интересует, это прибыль и колонизация. Всех, кто считал, что это была хорошая идея, идите к черту. План никогда не заключался в прощении. Будь проклята, Sentinel Corp. Ну, чувак... вот я стою, живое тебе доказательство, что все возможно. Ох ты, нифига себе, у него в сундуке тут куча всякого барахла. Я таких сундуков еще не видел.
Вот это обязательно забираем. Чертежи нафиг не нужны, у меня их можно солить уже. А вот пульсирующий кварц забираем. И мутагены. Все остальное можно оставить, в принципе. Ну круто, круто. Наконец-то мы тебя нашли, чувачок. Можешь спать теперь спокойно. Ну где же там мой стеллаж? Я уж и забыл, как он выглядит. Значит, вот это мы убираем, это тоже убираем. И ставим туда нашу золотую статуэтку. Кстати, личинку можешь туда поставить? О, можно личинку поставить. Смотри, как она смотрится. Но она там даже не двигается. Хотя, нет, она двигается. Но зачем ставить на стенд личинку? Пойдем лучше посмотрим, что мы можем из нее сделать. Какие-нибудь другие открытия, может, получится? Ой, что-то происходит непонятное, но небо голубое, это вроде хороший знак. Значит, где моя лаборатория? Так, черт подери, там, походу, метеориты падают. Ну да, прикинь. А что за метеориты? Опять один упал. Опять один упал. Куда-то вон туда. Кстати, а пульсирующий кварц-то все, большой камень исчез. Остались только маленькие. О, еще летит. Кажется, еще летит. Только не видно. Где-то упало. Так, минуточку. Секундочку. Что это падает такое? С неба. Покажите, пожалуйста, что это? Что это упало? Осми! Осми упал! Ну, все понятно. Поэтому и цвет неба такой синенький. Осми же сам по себе синий. Вон, смотри, метеорит с осмием летит. Синий камень прилетел. Последний летит. Прикольно. Вот когда они одинарные штуки летят, это забавно выглядит. А вот когда их куча, это даже как-то стремновато и опасно. Итак, какие личинки нам еще нужны для открытия? Значит, редкая личинка нам нужна и необычная личинка. Вот. Необычная личинка, она относится к шелкопрядам или шелковым червям. Что ж, давай будем их выводить. Нам только для этого еще удобрение понадобится. Закидываем это все в ДНК-манипулятор. И пробуем. Есть. Но пока мы ожидаем шелкового червя, я думаю, что нам пора бы запустить ракету. Потому что у нас биомасса есть небольшие сложности. Давай посмотрим, что там у нас. Так. Для того, чтобы открыть личинка бабочки Шеврон, нам нужно 550... Ти, чего? Растений. 550 растений. А чтобы открыть ферму бабочек, нам нужно 3 миллиона 250 тысяч. А для шелкового генератора нужно 800 килограмм насекомых. Пойдем теперь посмотрим, что у нас там с шелкопрядом произошло. Он секвентировался у нас или еще нет? Шелкопрядики, вот они. А почему эта пчела летает, я не понял. Почему пчелы? Я что-то не так сделал? Мутаген, удобрение, я все... А шелковый червь-то где? Почему пчела? Личинка пчелы. Смотри, дело в том, что личинка пчелы и шелкопряд, они делаются из одной личинки. Просто шелковый червь — это настолько редкий червяк, что очень маленькая вероятность, что он у нас получится из этой личинки. То есть, ну, допустим, 70% — это точно будет пчела, а вот остальные 30%, возможно, это будет шелковый червь. Оу, ё-моё, а я-то уж обрадовался. У нас есть еще одна необычная личинка, попробуем еще вывести. Хорошо, пчелку забираем. Ставим сюда вот так, вот так. И удобрение еще нужно. У меня есть же удобрение, у меня же где-то было удобрение. Дайте еще удобрение. И будем держать кулачки наши, что когда-нибудь у нас получится шелковый червь. Исследовать. Ну, а личинку пчел? Конечно же мы... Да что ж, опять метеориты летят. Да хватит уже осмия меня посыпать. Короче, пчелиный улей делаем. Блин, опять удобрение надо. Возвращаемся в лабораторию. Усо у меня готово. Значит, пчелы. Пчелы будут у нас вот здесь, где огромная куча цветов. Чтобы они их опыляли. Вот так вот. Летайте, мои красавчики. Правда, они какие-то радиоактивные стали зеленые. Видимо, из-за освещения. Небо же синего цвета, пчелы желтого, если соединить синий с желтым, то получается вроде как зеленый. Мед есть? Мед добывается. Ну и чудненько. В комментариях, кстати, писали, ну почему ты не соединил вот этот биокупол, или как он там называется, бабочка-купол с биокуполом. У тебя же здесь биокуполы объединены, а зачем? Здесь у меня деревья, здесь бабочки, как бы, ну зачем это совмещать? Я сюда еще один бабочка-купол воткну и продлю. И будет у меня двойной бабочка-купол. Давай посмотрим, держим кулачки в надежде. Черт подери, это снова пчелы. Ну ладно, от пчел польза вообще есть. Они еду нам делать, производят. Нужно за водорослями сгонять. Водоросли. А то нужно же удобрений понаделать. И самородков.
О, получен новый чертеж. Семена дерева Элегия. Надо, кстати, деревьев понасадить побольше. Что, у меня место закончилось? Ну да, место кончилось. Летим домой. Думаем, куда воткнуть улей. Ну, давай, наверное, вот здесь вот. Прям в лесу практически. Тут генераторы, правда? Ну да ладно. Вот так вот, пчелки, летайте здесь. Наслаждайтесь лесом. Ух ты, смотри, этап трансформирования. Текущий этап насекомые, а дальше у нас будут рыбы. Хо-хо, круто. Можно будет на рыбалочку походить. У меня тут уже одно лежит, готовенькое. Нужно его посадить. Называется это дерево Солиус. Есть небольшая сложность, солид закончился. Но я знаю, где его много. В черном биоме. Как же это прекрасно, когда ты можешь телепортироваться. Солид, солидище, вот ты где. Кстати, насчет черного биома. Тут случайно личинок никаких нету редких. Прям капец каких редких. И где бы могла бы быть редкая личинка? Где ее вообще найти? Ну, по всей видимости, здесь ничего нет вообще. Знаешь, как будто вымершая земля. Ладно, возвращаемся домой. И здесь тоже дождь идет. Ничего себе. Итак, разбрасыватель семян мы установим где? А, наверное, А там что такое светится? Что это такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это осми, что ли, такой? А, нет. А, да, это осми. Значит, хочу деревья посадить вот здесь вот. Вот на этом пустыре. Знаешь, такой оазис тоже будет в песке и деревья. Это классно. Значит, ставим сюда. Главное, чтобы батареи хватило. Ну, в смысле, энергии. И сядем сюда вот эти вот деревья. Посмотрим, что вырастет. Вот тут уже начинает... А, нет, это бликует. От моего костюма, видимо. Следующее дерево, которое я хочу вырасти... Я даже не знаю, какое. Вот такое может быть. Оно прям коэффициент кислорода 175, очень высокое. И называется оно дерево Элегия. Итак, 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 значит, толкаем вот это, вот это, вот это. Исследуем. Есть такое, секвенируем. Пойдем поглядим на наши деревья, которые здесь должны расти. Вот они, вот такие вот замечательные. Блин, у меня такие, по-моему, уже есть. О, личиночка. Заберем. Да, у меня такие уже есть. Вот это вот разве это не они? Вот это вот этажане? Это они, точно. Такие деревья у меня уже есть. У, сколько это? Вот они. Солиус, точно, тут выросли. Значит, мы сюда засадим другие деревья, которые у нас там секвенируются. А пока что пускай растут эти. Тут еще есть личиночка. Редкая личинка! Прям под домом! Ё-моё! Ты чё? Прям под домом? Ну кто? Как? Да что же это делается? Зачем прям под дом-то? Надо же было ее долго искать. Вот этот подарок судьбы. Редкая личиночка. Там чего у нас для редкой личинки? Мутагены и удобрения. Сейчас все будет. Новые бабочки появятся. Круто. Удобрение готово. Можно выводить новый вид. Ё-моё. Так, а что там еще? Мутаген же нужен был? О, не да. Ятишки-матрешки. Секвенируем. Че по дереву, че по дереву, че по дереву. Ты готова там? Нет, тебя уже можно посадить? 43%. Как долго. Не люблю ждать. Ну, а пока мы ждем, я предлагаю сделать еды. Побольше еды. Качественный, хороший чумовой паячок. Вот так вот. И сейчас мы его захаваем. Вон это другое дело. Ну что там, ну что? О, бабочки вывелись, какие красивые, зеленые. Балдежно. Белая личинка бабочки пенга. Множитель насекомых 230. Ё-моё. Так, ну мы еще, наверное... Нет, необычную личинку мы не будем делать. Чуть позже. А вот эти бабочки... Ребятки, красненькие бабульки, я к вам притащил белых бабулек. Ну-ка. О, офигенно. Вот это кайфец для глазец, а. Просто лежишь такой на спине и кайфуешь, смотришь на небо, тут бабочки. Ну красота же. Ну просто лепота. Ладненько, пойдем отсюда, хватит кайфовать, нужно трудиться. Пахать и еще раз пахать. Дерево. С деревом оно все ладненько. Пойдем пересадим вот эти деревья. Вы уж меня извините, но нам нужны другие. Другие виды деревьев. Вроде должны расти. Будем ждать. Какие деревья мы еще можем сделать, значит? Вот, вот такие вот. Семена дерева Алеатус. Алеатус. Значит, ладно, давай попробуем их вырастить. Кидаем вот это, вот это, вот это. Намешал кучу всякого непонятного. И вроде бы как Алеатус у нас получился. А я пока посмотрю, что же там у нас начинает расти что-нибудь. Где-нибудь что-нибудь. Вот они, наши деревья. Какие они забавные. Очень смешные. Но вроде таких у меня еще не было.
Что у нас там по электричеству, чтобы я в просак-то не попал? По электричеству все огонь. Еще можем на 700 киловатт в час что-нибудь построить. У нас, кстати, тут еще ракеты поменялись, а именно названиями. Смотри, у нас теперь нет ракеты с биомассой. У нас есть ракета для распространения семян, но она как бы была. Она поднимает кислород. А вот эта ракета была раньше с биомассой, но теперь она называется ракета с растениями. Что ж, предлагаю ее запустить. Ракета с растениями к запуску готова. Ну, все, можешь запускать. Нажимай красную кнопку. Е-е-е-е. Сейчас растений у нас будет больше. И все должно озелениться. И небеса разверлись и стали зелеными. И посыпались семена растений сверху. Ну, конечно, семена-то не полетят. А вот там, знаешь, лепестки какие-нибудь, было бы прикольно. Ну вот, все, начинает зеленеть. Зеленеть, зеленеть. Больше кислорода. Когда я уже скафандр сниму, наконец, а? Я в каждой серии про это говорю. Разработчики, ну снимите уже скафандр с меня. Тут достаточно кислорода, ё-моё. Травы вагон. Особенно у меня вот тут возле дома. И деревьев тоже вагон. Чё там, кстати, насчет деревьев-то? Вот такие вот интересные деревья растут. На них даже есть какие-то штуки интересные. Ну, а я продолжаю выводить шелкопряда. Блин, так хочется, чтобы у нас получился. Надеюсь, что может быть в этот раз. Сколько я уже пчел вывел? У меня, по-моему, 3 улья уже на территории есть. Может быть, на 4-й раз проканает. Ну-ка, давай посмотрим экран растений и насекомых. У нас тут все вроде бы хорошо. Циферки капают, еще как капают. Очень быстро, я бы даже сказал. С закрытыми глазами я иду в лабораторию и смотрю, что же у нас здесь. Эх, пчелы снова. Ну, ё-моё. Ладно, делаем, значит, 4-й улей. 4-й улей у нас будет стоять здесь. Тут у нас не так уж и зелено. Но есть деревья, на которых есть что-то... Ну, видимо, можно с них все-таки снять пыльцу. Вот так вот, пускай здесь вот пчелки поживут. Посмотрим, какой мед они будут таскать. Ну, понятно, что мед везде будет одинаковый. Вот эти вот глазки, мне кажется, что... О, это что, сок, что ли? Кровавый сок какой-то решил. Ну, короче, нектар здесь точно есть. Ну, как тебе деревья? Вроде бы ничего такие, да? Прикольненькие. И пчелки тут обжились, вон, мед делают. Нормальненько вроде. Правда, они смотрятся, знаешь, как-то, ну, жутковато. О, они даже тут по песку ходят. Греются, смотри, пчелки-то мои. Личинка тут обычная тоже греется. Пора уже забрать наше новое семя дерева Алеутус. Ух ты, получи новый чертеж личинки бабочки Шеврон. И из чего ж ты делаешь? Из редкой личинки. Понятно, короче, опять редкая личинка. Тут как бы, как тебе повезет. Все решает бог рандома. Даст он тебе эту личинку или нет? Прям как шелкопрядом. Ну, куда ж мы посадим деревья наши роскошные? Может быть, где-то здесь? Не, давай вот здесь вот. Вот здесь вот мы посадим деревья. Вот так вот. Втыкаем их сюда и посмотрим, что у нас вырастет. Какие деревья. Вот они. Прорастают потихонечку со своими шляпками. О, гляди, это же личинка бабочки Нера. Она прямо здесь лежала, прямо на полу. Ее даже выводить не нужно было. Что это происходит? Подождите-ка, минуточку. Как это она прям так вот взяла и тут вот валяет? Ничего себе, прям... Множитель насекомых плюс 600%. А вот это сколько у нас? 120? Так, вот эту, значит, выкидываем. И бабочку Нера. Ё-моё, какие они красивые, радужные эти бабочки. Так, мне нужен еще один бабочный купол. Пришло время его построить. Ну вот и настало время расширения нашего бабочка купола. Давай, вставай здесь. Это надо тебе развернуть, правда? А он тут не встанет, блин. Тогда сзади надо тебя поставить. А тут камни мешают, походу, да? Да, вроде тут ничего не мешает. Ничего, блин. Нифига не получится. Надо более ровную поверхность найти. Вот, например, если я вот здесь вот поставлю. Кстати, вот так вот, если я поставлю, то будет ок. Вот, наконец-то получилось. Получилось объединить вот эти два бабочка купола. Теперь осталось только двери поставить. Они будут у нас с этой стороны. Значит, заходим сюда. Выкидываем всех бабочек. Вот. Ух, сколько у нас теперь бабочек-то тут будет летать. Красота неимоверная. И вот ты теперь можешь гулять здесь и наслаждаться этой красотой.
Ну что ж, на сегодня это все. Пора закругляться. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение этой игры, а у нас еще есть что здесь открывать, то ставь лайк под этим видео, не забывай подписываться на YouTube, на Яндекс.Дзене, ссылочка в описании, туда дублируются все ролики, которые выходят на YouTube, если вдруг чего, чтобы не потеряться. Ну и увидимся в следующих роликах. Так что до встречи!